Сканирую удостоверение, Бриджит. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. Еще раз спасибо, что приводишь людей в UCA. Похоже, что мы подключились. Из тех материалов для принтера, которые ты принес, мы сможем делать для тебя все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Отлично, распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение. Отнеси ББ в личное помещение и подключи к инкубатору. Отлично. Сэм,
Похоже, что у Байка сдох самозарядник. Если захочешь прокатиться, то придется воспользоваться генератором. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. Спасибо за ваш вклад. Дедман, ты здесь? Помогай. Так, Сэм. Возьми капсулу и подсоедини ее к инкубатору. Готово. Хорошо. Избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в утробу матери. Матери? Она в реанимационном отделении столичного узла. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромать? Верно. Матка некроматери обеспечивает связь между другой стороной и ББ. Ну а ты, подключаясь к ББ, получаешь возможность чувствовать тварей. Эти капсулы имитируют условия нахождения внутри утробы. В противном случае младенец просто не смог бы функционировать. Однако обманывать его восприятие можно лишь недолго. Поэтому нужно периодически обновлять параметры среды, синхронизируя их с некроматерью с помощью хиральной сети. Вот. Пошло обновление. В данный момент капсула синхронизируется с некроматерью в столичном узле и сразу перенастраивает свою конфигурацию. Если таким образом вернуть ББ в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Лицо довольное. Я скорректирую дозировку окситоцина. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, ББ — это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из матки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными.
Еще ни один образец ББ не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и... То есть никак нельзя сохранить жизнь ББ? Ты должен понять, мы еще очень многого о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. А, да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Спокойной ночи. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Сэм, ты меня видишь? Как ты держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше. Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Привет, Сэм. Это Хартман. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Других людей сдумал? Всех, Бриджес. Себя и маму. Результаты пока неоднозначные. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей.
выделений. Ехали. Наполнение. Вот, возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на твари. Подобные материалы – наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге-думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, установим связь, ничего не будет. И что? И что тогда? Сэм, прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел, но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое. Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе «Архивы». Тебе будет интересно. Вашего сына, поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца. Поднимайтесь. Сэм, мне просто любопытно. Как у него дела сейчас? Прежде чем я отвечу... Что-то не так? Подключая ББ, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа лицо, незнакомый человек, зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки. Я тебя не предупреждал? Ты принимаешь воспоминания ББ за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. ББ извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился. Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот ББ уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. ББ создавали тайно десятки лет назад. Они фактически черные ящики.
Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. Сэм, просмотри список заказов в терминале доставки. Пока ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг Хирали и голографические системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Знаю, знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к Хиральной сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Если обратно, то не отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Добавила схему сторож... Если... Разведка территории не помешает. Я Сэм! Счастливого пути.
оружие разрешено. Из него груз. Все просто. Но будь осторожен. Эти парни вооружены. Если что пойдет не так, готовься к драке. Можно идти. Запомни, прежде чем идти к точке выгрузки, желательно поставить вышку и определить местонахождение почтового ящика с нашим грузом. Точки выгрузки редко пустуют, так что надо действовать скрытно. Старайся перемещаться медленно, чтобы не шуметь. Thank you.
А? Наркоманы, гоняющиеся за кайфом. Жаль, что нам приходится их терпеть. Раньше все делали компьютеры. Грузы доставляли машины и беспилотники. Нам оставалось только смотреть, как они работают. Это была революция. Практически сингулярность. Должно было прижиться, но не прижилось. Людям не понравилось, что мы удалили из обслуживания человеческие люди. Поэтому после некоторых раздумий мы вернули его. Создали ненужные рабочие места и дали людям, которые не могли без них жить. И покатился снежный ком. Теперь у нас есть сектанты, поклоняющиеся грузам и ворующие поставки. Шакалы, выслеживающие курьеров. Постарайся им не попасться. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Связи растет. С повышением твоего уровня связи...
Отлично. Доступен новый заказ. Сэм, как там твоя обувь? Думаю, в таких условиях она вряд ли в хорошем состоянии. Ничто так не по... Если ничего не предпринять, рано или поздно получишь травму. Я добавил в список припасов ботинки. Стандартная модель Бриджес, так что тебе подойдет. Всегда носиться... Но если забудешь или попадешь в беду, то сможешь из... Берега, позволяя нам мгновенно передавать огромные объемы данных. Так как в обычных обстоятельствах на это ушли бы часы и даже дни, кое-кто полагает, что хиральная сеть — это фактически машина времени, которая передает данные в прошлое. Мы пока еще не совсем понимаем природу этой сети и берега, хотя уже полагаемся на них. У нас такие же отношения с ней, как у первобытных людей с огнем. Она полезна? Очень. Она опасна? Несомненно. Однако же мы решили, что польза превышает риск. Более того, поскольку твари связаны с берегом, его стоит изучать и экспериментировать с ним. Это может принести большую пользу. Конечно, это же можно сказать про тебя. Не сомневайся, я сообщу тебе, если что-то узнаю. Честное слово. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Можно сделать почтовый ящик.
Держишь в руках коллектор кристаллов. Как понятно из названия, в нем хранятся собранные тобой кристаллы. А, позволь мне описать вот хиральный... Все? Заказ назначен. Счастливого пути!